Здравствуйте, друзья! Думаете, что это такое у вас на экране? Это Дождь, канал Дождь. Вот он у меня тут на моем мониторе. Я сижу у себя в офисе. Это вот мой офис. Тут обычная моя обстановка. Давайте я звук выключу. Это что надо? Вот тут я выключу немножко звук. Вот так. Вот. Значит, у меня коробочка есть вот эта. Видите, вот эта коробочка называется «Картина». Ну, это фирма, это как бы там целое хозяйство. Но у меня есть коробочка. Коробочка цепляется к Wi-Fi. И когда у вас есть коробочка, то вы имеете доступ к довольно большому количеству каналов. Давайте я вот... Вот у меня пульт. Вот. Ну, мне ж неудобно там с двух рук. И вот там много-много разных каналов. Вот там Дождь, ТВЦ. Так, некоторые каналы, они как бы объявлены HD-шные, вот, а некоторые нет, но вот, допустим, ТВЦ, не было сказано, что он какой-то там HD-шный, тут вот много, вы видите, движется там, движется, и много, вот. Единственное, что я, конечно, могу сказать, я так, иной раз посмотришь 5 минут, и поскольку сплошной негатив идет, то как бы думаешь, долго я не просмотрю. Но я на самом деле новости так и не смотрю. Я смотрю там кино, например, или что-то такое концертное. Вот. У нас дома есть две подписки на вебовские такие программы, где можно смотреть на русском языке много чего. Но... Как бы есть свои плюсы, там, свои минусы, там, по-разному. Вот. Но здесь, вы видите, очень-очень большой выбор каналов. Их много. Ну, допустим, «Доктор 10». Я не знаю, что это, давайте выберем. Значит, чем хороши эти дела? Например, вот так, буферизация идет. Я думаю, сейчас сказать, что получше будет. Хотя, да, вот уже хорошая. Хотя моя камера, наверное, не покажет вам того качества, которое там есть, потому что она выше, может быть, чем камера может сделать. И я, например, хотел посмотреть, потому что есть несколько человек, которым я хотел подарить это дело. Они достаточно как бы уже возрастные и на компьютере не будут смотреть так, как мы со Светой смотрим. Вот так. Вот. А, допустим, с коробочкой им привычно. То есть все, что нужно, вот, пожалуйста. Значит, у тебя этот пульт. И качество хорошее, и, в общем-то, действительно очень большой выбор. Я могу сказать, что выбор... Давайте мы еще раз вернулись... Выбор каналов поболее будет, чем в тех, которые, значит, у нас и так есть. Ну, в смысле, которые в других наших есть. Вот. Вы можете сказать, а зачем тебе в Америке это дело? Это отдельный вопрос. То есть, как бы, если вы совсем не смотрите, то вам не нужно. Если вы чуть-чуть смотрите, может быть, вы еще как-то посмотрите. А, допустим, для людей, для которых это связь с миром, я помню, вот мои родители, когда живы были, у них целый день стоял там... Ну, у них был один канал всего, спутниковый тогда. Вот, и они его и смотрели. У них целый день это дело не выключалось. Для них это была связь с родиной, как бы с языком, с культурой и так далее. Классно, что мы в такое время живем, когда вот так вот можно сделать. Ну, если интересно будет, я еще расскажу. Просто я подумал, что, может быть, вам будет интересно посмотреть, какие на свете вещи бывают. Вот коробочка... Картина. Соответственно, есть веб-сайт. Я сейчас не пойду на веб-сайт, потому что мне тогда нужно переключиться. Коробочка соединяется HDMI кабелем с монитором. Вот. Ну и я на динамики вывел, потому что у меня монитор без динамиков. Вообще-то для телевизора все это совершенно не имелось в виду, что человек на работе сидит слушает, но поскольку я имею такую возможность, я могу и на работе тоже. Если что-то захочу. Например, очень здорово было сейчас смотреть так. Олимпиаду. Хотя, надо сказать, что, конечно, комментарии, которые вот там по российским каналам, вроде комментаторы и люди вроде приличные, очень политизированы. Вот сейчас вот я включил, смотрю, значит, Путин вручает награды олимпийцам. Там я думаю, вот ведь действительно олимпийцам чего в жизни не хватило. Ну, в общем, вот такая интересная штучка. Счастливо!